аэропарке. Многие жители просили, чтобы в их удаленном районе был построен храм. Потому что жители ближе, чем через речку, не могли найти только Тихвинская церковь. И их пожелание пошли навстречу, построили небольшой храм с колокольней, видите, под завесом. На берегу красивой речки Горубка, которая сейчас заросла. Теперь у жителей этого района, многочисленных многоэтажных домов, есть возможность посетить храм. Симпатичное саратовое здание, находящееся в окружении новостроек. Слева навес с колоколами. Здание небольшое, но популярное, среди многочисленных жителей этого микрорайона. Вот он вблизи. Тут еще площадка детская есть на территории.